Всем привет! Мы сегодня с вами в Оби, это Москва, Варшавское шоссе, дом 97. Новых орхидей у нас не так много и в основном повторяется. Часть уже успели выставить на основную витрину. Вот такая новенькая. Очень крупные цветы, похожи на Flaming Jazz. Мы с вами сейчас еще ее посмотрим. Но очень крупные цветы для нее. Желтых в этот раз очень много. Ассортимент такой прям приличный. Это Нарбона. Смотрите, какая яркая орхидейка. Даже не знаю, что за сорт. Вот так вот на зеленом фоне. Ну, прям очень яркая, пушистая. Красивая такая. Но куба все равно похожа вот на бинти. Хотя бинти склонен так вот этот сорт иметь всевозможные варианты цветения. Тоже прелесть. Это, конечно, далеко от Клеопатры, но почему-то ассоциация именно с ней. 1000 рублей все орхидеи на один цветонос, на два и более. 1500. Вот это Мария Тереза была. Это у нас Эдита, да? Она не такая высокая. Просто она стоит там на каком-то горшочке. Так-то она, наверное, высотой стандарт. Вот. Очень, конечно, бликует целлофан. Это у нас клементина, но мы ее в прошлый раз, по-моему, видели. Поэтому не стала подробнее ее смотреть. Цветы очень напиханы. Прям так плотно сжаты. Башмачки. Башмачки по 2500. В такой же цене они и во Флоревиль были. Вот эти вот лаковые такие красивые американские гибриды. Минички и белые орхидеи. Как-то в этот раз обзорчик такой прям небольшой получился. Всего на 11 минут. И с другой стороны витрины. Много так осталось с прошлых поставок. Качество хорошее, в общем-то, в общем и целом. Вот это снова она. Прям очень похожа на Flaming Jazz, но она не такой у нее крупный цветок. Вот даже не знаю, с чем сравнить. Вот если по габаритам, наверное, только вот с Эдитой. Такой же вот крупный, но ее тут рядышком не оказалось. Так, здесь у нас, сейчас мы ее тоже посмотрим. С одной стороны, она у нас мальвина, а с другой стороны, что-то типа, кто-то из мэджикартов там проснулся, из родственников. Вот такая половинка на половинку. Смотрится, конечно, эффектно. Ну, ни туда, ни сюда, да? Ни рыба, ни мясо. Цена также 1000 рублей. И корни нормальные. Не часто у нее встречаются хорошие корни.
Это у нас танго. Танго, кстати, вот в Обе редко бывает, хотя сорт довольно-таки распространен. Здесь у нас уже два цветоноса, цена 1500. Манхэттен, и их было штучки три. Все в торфяном субстрате. Все были на два цветоноса. Обалденная орхидея. Яркая, эффектная такая. Всегда бросается в глаза. Вот если где-то стоит вот на переднем плане, то, конечно, взгляд бросается сначала на нее. Было вот несколько розовых кустиков. Сорт. Мы посмотрим поподробнее сейчас его. Тоже без корней практически. Это не танго. Это, мне кажется, вот этот вот... Похож на нее. Сейчас я вспомню, как этот сорт называется. Вот снова она. Вот их три или четыре кустика таких. Тоже прям ярко так в глаза бросается. Вроде бы вот все такие желтенькие, но в такой раскраске она, конечно, эффектнее. Вот она розовенькая, и мне кажется, что это тигрис. Но почему-то вот, когда взяла этот кустик посмотреть, очень, конечно, такой весь ажурный. Ассоциация пришла, что это тигрис, но не знаю, могу ошибаться. Возможно, и она, конечно. Желтенький у нас несколько сортов. Вот еще один Манхэттен. Тут уже более разветвленный цветонос. Красавица. Бенедорм, вот, я вспомнила. Вот та, что вот была такая, как танго, вот бенедорм, вот. Так, это, наверное, не наверное, а... Так, это у нас Амадеус. Выбеленная серединка. Такая была одна. Почему-то темно, видимо, снизу. Ну, я уже после обеда была, солнце... Вот это, наверное, коровка. Но все равно крупные цветы довольно-таки для коровки. Ну, конечно, размер цветка у Голландии совершенно... Ну, гораздо крупнее, чем в домашнем цветении. Часто такое бывает. Поэтому по размеру цветка тут лучше не смотреть. Сорта мы все определяем по губе в основном. Один был попугай, но роскошный. Я в магазине такой встречаю, наверное, первый раз. Посмотрите, какое обилие цветов. И все распустились, бутончики. Обычно 2-3 цветочка, да, и бутоны. В данном случае прям обильный такой цветущий. Радует глаз. Это у нас сорт Ольборн. Она была одна на три цветоноса 1500 рублей. Конечно, роскошная орхидея. Сорт в основном встречается в зимний период. Как бы ассоциируется, наверное, у них такой вот со снежным вариантом. Летом такой встречается крайне редко, и весной тем более. Но, тем не менее, вот три цветоноса, огромный букет практически. И вот еще стоит роль в конце зала, но тут мы с вами все уже посмотрели на основной витрине.
Вот тут у нас есть дендробиумы. Он почему-то называется мельтония. Цена 2000 рублей. А расцветка, я так понимаю, что только такая вот. Лилового цвета. Здесь мы, наверное, с вами уже все посмотрели на основной витрине. Остались здесь, наверное, только белые, розовые и какие-то желтенькие. Так что строили нам с вами посмотреть Kawa Beauty. Вот это рыженькое. Наверное, особо и нечего. Ну все, всем пока.